Здравствуйте, с вами интернет-магазин Люмин Сервис. Меня зовут Юрий. Сейчас хочу сделать видео про рентген-аппарат, портативный ПРОКС. Аппарат поставляется у нас в такой вот коробочке. Значит, все упаковано в заводскую упаковку, надежно. Значит, здесь у нас идут инструкции на английском языке. Прилагается инструкция на украинской мове. Так, значит, сам аппарат. Значит, в комплекте идет у нас кабель питания. Кабель живления, непосредственно сам зарядный пристрой, зарядное устройство, так, и непосредственно сам аппарат. Значит, аппарат выполнен в пластиковом корпусе, здесь резиновая вставочка противоскользящая. Это для того, чтобы его было удобно держать в руках. Значит, сам аппарат состоит из экрана, где у нас органы управления. Трубки, спусковая кнопка. Снизу на рентген-аппарате установлена пластина для того, чтобы можно было закрепить рентген-аппарат на штатив. Здесь подключается у нас зарядное устройство и кнопка дистанционного управления. Значит, опционально, сразу скажу, можно докупить сюда коллиматор и защиту от рассеянного рентгеновского излучения. Вот. И дополнительно можно докупить стационарный штатив или настенный штатив. И при использовании рентген-аппарата с настенного штатива или стационарного штатива рекомендуется использовать кнопку дистанционного управления. Это тоже все опционально. На задней панели есть кнопка включения-выключения. Для того, чтобы включить, необходимо удерживать кнопку включения порядка 2 секунд. Аппарат загрузился, и он готов делать снимки. Значит, теперь настройки. Здесь у нас есть кнопка переключения с режима Digital на режим фильм. Вот у нас сразу отображается режим фильм, это снимки на пленку. Режим Digital – это снимки на визиограф, либо на фосфорные пластины. Значит, дальше у нас есть кнопочка переключения взрослый пациент или ребенок. Соответственно, на экранчике сразу отображается символ взрослый либо ребенок. Здесь у нас такая небольшая карта зубов, верхний, нижний ряд, задние клыки, клыки, маляры, резцы, вверх-вниз. Здесь можно в ручном режиме подкорректировать время экспозиции. Это для того, чтобы если мы видим после снимка у нас темный или светлый снимок, нам необходимо чуть-чуть добавить или чуть уменьшить время экспозиции, чтобы выйти на нормальный снимок. Вот, для того, чтобы сделать снимок, аппарат рекомендуется взять на вытянутые руки и нажать вот эту кнопку спусковую. Нажать, удерживать кнопку до окончания экспозиции. Ну, собственно говоря, по эксплуатации, по включению, выключению все понятно. Аппарат очень прост. Легко включается, делает быстро снимки. По качеству снимков сразу могу сказать, что разницы между настенным либо стационарным рентген-аппаратом практически незаметна. Вот. Ну, на этом все. Всем удачных покупок. Подписывайтесь на видео, ставьте лайки. Всем спасибо, до свидания.